Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Как меня слышно, пожалуйста, дайте знать мне в чате. Просто вашими плюсиками, если все хорошо, если видно, слышно. Вот, нет ли какого-то фона в виде скрипа там и так далее. Как вчера мы говорили на презентации, в принципе, у нас в расписании вебинаров в личном кабинете каждого партнера указано то, что сегодня вебинар у нас по теме партнерской программы. Ну и, в принципе, вначале хотелось бы задать вопрос, есть ли среди вас те, кто не до конца разобрался в партнерской программе компании Skyway Capital? Может, кто-то слушает впервые. Не стесняйтесь, если таковые есть, просто минус поставьте, либо единичку, чтобы я понимал, о чем будет идти речь. Так, Нина поставила минус. Так, хорошо. То есть, как минимум, один человек у нас есть, который не до конца разобрался в этой программе. Просто хотелось бы сказать, что такое партнерская программа сегодня и для чего, в принципе, она была сделана. Да? Вы знаете, что в 2013 году было принято решение оценить интеллектуальную собственность Анатолия Эдуардовича Юницкого. Вот. То, что компания Skyway Capital работает сейчас над привлечением инвестиций в реализацию этой технологии. И, по сути дела, чтобы появилась дополнительная мотивация у людей, которые стали инвесторами нашего проекта, которые увидели перспективность использования технологии Skyway в будущем, да, было принято решение использовать и партнерскую программу, то есть вознаграждать наших инвесторов процентами от суммы привлекаемых инвестиций в наш проект. И была разработана программа, это не первый маркетинг-план, скажем так, наверное, это где-то третья либо четвертая версия, но будем считать, что она, скажем так, уже устоялась, да. Она достаточно проста, эта партнерская программа, по сравнению с тем, что может быть, было до того. Вот. И, в принципе, разобраться в этом инструменте, я думаю, может абсолютно любой человек при желании. При желании, если посчитает, что ему данный инструмент необходим, что он, в принципе, не против зарабатывать денежные средства. Но, опять же, по партнерской программе на сегодняшний день могут люди зарабатывать много, если они проявят активность, да, если они активно будут развивать партнерские структуры. Либо кто-то будет, скажем так, периодически получать какой-либо доход в виде процентов от проделанной работы, которую может делать фактически любой человек. Извините, не выключил телефон. Вот. Итак, друзья, партнерская программа, как я сказал, это инструмент. У нее есть целый ряд преимуществ. Да? И данные преимущества мы сегодня с вами рассмотрим в процессе нашего вебинара. Постараюсь, скажем так, не занимать много вашего времени, дать краткую информацию. Но единственное, добавлю следующее, что, по сути дела, аналогов партнерской программе компании Skyway Capital, в принципе, найти сложно, может быть, даже и нет совсем. Да, потому что мы в одном проекте имеем сочетание тяжелой транспортной технологии, которую выводим на рынок, да, и которая будет приносить пользу всему человечеству в целом, вот, тем странам, на территории которых эти дороги будут строиться. Ввиду ряда причин, да, но одна из них, скажем так, это и открытие новых высококвалифицированных рабочих мест и так далее. Вот. Далее, у нас есть возможность стать инвестором, да, я знаю, что в последнее время все больше и больше людей, да, в принципе, на территории, наверное, всего мира интересуются возможностью инвестирования, то есть вложением незначительных сумм в что-то, что может им в дальнейшем принести доход, при котором им не надо будет прилагать какие-то тяжелые физические усилия, да, либо вообще их не прилагать. Это называется пассивным доходом. Вот. И третье, то, что у нас есть партнерская программа. Я знаю, что в мире MLM-бизнеса, например, существует там несколько тысяч компаний, порядка 5000, наверное, да, у них есть свои партнерские программы, но есть отличие. Отличие коренное в том, что большинство компаний MLM-бизнеса, выходящие на рынок наших стран, где они работают, да, уже они пришли к нам в устоявшемся виде, с устоявшимся продуктом, то есть они работают с определенным направлением реализации той продукции, которую они предлагают, либо услуги, да, которые они предлагают населению. И, в принципе, те люди, которые становятся партнерами этих компаний, они имеют возможность создавать партнерские сети, скажем так, создавать рынок потребления продукции, услуг этих компаний. И далеко немногие, буквально там, наверное, 5-10 компаний крупных, которые предлагают людям, создавшим многомиллионный товарооборот с многотысячными структурами партнеров, стать совладельцами компании, да, то есть получать какое-то количество акций, либо, скажем так, получить возможность купить какой-либо пакет акций по там приемлемой цене. Да. Здесь все происходит немножко по-другому, потому что вы становитесь сначала совладельцами компании, совладельцами технологии, которые мы выводим на рынок, вы приобретаете какое-то количество акций,
долей компании, да, то есть это может быть пакет $15, который стоит, либо там $150 тысяч, неважно. То есть, по сути дела, вы принимаете участие в инвестиционном проекте, становитесь совладельцами данной технологии, и в будущем вы можете либо продать свой пакет, когда, скажем так, отдельно взятая акция, как мы предполагаем, к 2017 году будет стоить $1 США, а по мере реализации данной технологии в целом ряде проектов, да, на территории земного шара, стоимость отдельно взятой акции, вы понимаете, будет расти, потому что технология используется. Вот. И партнерская программа вам сегодня позволяет зарабатывать проценты привлекаемых инвестиций. Опять же, продуктом, да, нашей компании является технология, которая будет выведена в будущем. Но сегодня вы уже становитесь совладельцами компании. 99% MLM-компаний, которые предлагают вам зарабатывать деньги тоже сегодня по партнерским программам, не предоставляют такой возможности вообще. То есть вы не можете стать совладельцами компании, получать, скажем так, от создаваемого товарооборота какой-то процент. Только от товарооборота своей сети. Понимаете, да? Разницу, если вы поняли или не поняли, дайте мне знать. Пятерочка, это поняли разницу? Там единичка, может быть, другие цифры, не совсем. Итак, друзья, перейдем, наверное, непосредственно к самой программе партнерской, да? Ну, как я вам говорил, она достаточно простая. Действия, которые вам придется здесь предпринимать, они связаны с информационной работой. То есть, по сути дела, вы доносите информацию до своего окружения, будь то в повседневной вашей жизнедеятельности, это ваши соседи, друзья, родственники, знакомые, партнеры по бизнесу, коллеги по работе и так далее. Будь то люди из мира интернета, вы знаете, да, что большая масса людей ежедневно находится на различных сайтах, кто-то просто теряет время в интернете. То есть из этой армии людей может появиться какое-то количество тех, кто может заинтересоваться программой компании Skyway Capital, да, и принять участие в нашем проекте. И как инвестор получать доход в будущем, и как партнер, который не против зарабатывать деньги сегодня. Итак, 6 партнерских, точнее 6 квалификаций, 6 уровней карьеры, 6 карьерных ступенек в компании Skyway Capital. Вы видите их название от партнера до топ-эксперта, да. И есть так называемая предквалификационная ступень. По сути дела, человек, зарегистрировавшись по чьей-либо реферальной ссылке на сайте компании Skyway Capital, становится клиентом. И он может этим клиентом быть вплоть до выхода компании со своей технологией на мировой транспортный рынок и до выхода с пакетами долей компании на рынок инвестиций, да? Потому что человек просто может зайти в личный кабинет, посмотреть информацию, разобраться в том, что ему предлагают, выбрать любой себе из пакетов акций в разделе «Инвестировать», который есть, купить этот пакет, да, и просто-напросто ждать, как я говорил, выхода компании с технологией на мировой транспортный рынок и выхода с пакетами долей компании на мировой рынок инвестиций, на мировые финансовые рынки. Этот человек, кстати, может купить себе сейчас пакет, через полгода как пакет может купить там через год, то есть неважно, он остается на уровне клиента. Квалификация партнер, для того, чтобы начать расти в квалификации, получать вознаграждение от создаваемой структуры, да, от товарооборота, который эта структура создает, в принципе, не требует каких-то титанических усилий для того, чтобы перейти в квалификацию партнер, на первую ступеньку карьеры встать. Достаточно зайти в личный кабинет партнера, в раздел «Инструменты партнера», слева в панели он находится, да? И у вас, когда вы нажмете «Инструменты партнера», если вы только зарегистрировались, например, или даже купили пакеты, высветится информация, что данный раздел будет вам доступен только после подписания агентского договора. Если вы готовы подписать этот агентский договор, вы ставите галочку «Да, вы готовы подписать агентский договор», ознакомливаетесь с текстом, ставите галочку, что согласны с условиями, и подписать. С этого момента вы становитесь партнером, то есть, по сути дела, были клиентом, причем неважно, купили вы пакет акций или нет. То есть вы можете стать партнером, даже еще не купив себе ни одного пакета акций компании Skyway Capital. Но если вы подписали агентское соглашение, то вы себе открыли путь к начислению денежного вознаграждения на бонусный и на акционный счет, если вы начинаете работать с людьми, если вы начинаете им давать информацию. Если по вашей рекомендации, по вашим реферальным ссылкам, которые становятся доступны после подписания договора, кто-то регистрируется и что-либо покупает в вашей партнерской структуре. То есть вознаграждение на уровне партнер вам доступно с 4 уровней глубины. Максимально с первого поколения, то есть это те люди, которые регистрируются по вашей рекомендации, что-либо берут для себя, неважно, на $15, там, на $10 тысяч, на $50 тысяч, если люди покупают пакет, соответственно, 15% от данной суммы инвестиций компания вам начисляет на бонусный счет. И половина этой суммы компания вам начисляет на акционный счет. Внимание, акционный счет – это подарочный счет, и к нему можно относиться как к подарку. По большому счету, благодаря
тому, что он у нас есть, вы можете строить партнерскую структуру, вам будут идти начисления денежные на акционный счет, и вы можете с акционного счета в разделе стандартных инвестиций обычного прайс-листа докупать себе пакеты долей компании на Skyway Capital и тем самым увеличивать портфель инвестиций в наш проект. С бонусного счета вы деньги можете выводить, с бонусного счета вы можете также покупать пакеты. У нас есть приобретение, возможность приобретения пакетов акций компании Skyway Capital в рассрочку, но сразу хочу сказать, что для того, чтобы в рассрочку приобретать какой-либо из пакетов, вы можете использовать только основной счет, либо бонусный, так называемые денежные счета. Но все равно акционный счет, на который вам могут идти начисления от построения структуры, от построения сети, это отличный подарок от компании Skyway Capital. Итак, друзья, 4 уровня глубины, 15% с первого уровня, 4 со второго, 2 с третьего, 1% с четвертого. При этом к вам никаких жестких там либо мягких условий не выдвигается в принципе вообще. Как я уже говорил, вы даже можете не обладать на этот момент пакетом акций никаким, но при этом стать партнером компании Skyway Capital. Следующая квалификация, которая уже требует выполнения трех простых условий, называется консультант. Когда вы лично приобретете пакетов акций нашей компании на сумму не менее $100, то есть либо разовый платеж у нас есть там $130 и более, да, либо вы можете взять рассрочку на 6 месяцев и $50 у нас есть пакет сеньор, сделать там двойной платеж, что вам добавит выгоду дополнительно, вам добавится еще определенное количество акций в подарок, да, и вы выполните вот эту вот норму $100 инвестиций в наш проект. Второе условие. В вашем первом поколении должно быть не меньше 2 человек, которые тоже проинвестируют наш проект на сумму $100. Да? И суммарная сумма инвестиций, вашей личной инвестиции вашего первого поколения достигает цифры $300. Ну, в принципе, вы видите, да, вы 100 и 2 ваших партнера по 100, условия уже выполняются. С этого момента первое поколение, опять же, 15%, как и было, второе уже 5%, третье уже 3%, а не 2%. Четвертый уровень глубины у вас 2% начисления с товарооборота, который создает ваша структура. Причем уже в этом случае на третьем, на четвертом уровне глубины могут быть люди, которых вы просто не знали раньше, не знаете сейчас. Да? Это люди, которые приходят по рекомендациям уже ваших партнеров там, с первого, второго уровня и так далее. И пятый уровень у вас добавляется глубины, с которого вам начисляется 1%. Может быть сказать, что немного, но тем не менее большое количество людей у нас находится в квалификации консультант. Ну и в принципе довольствуются тем, что им периодически начисляются денежные средства за то, что они когда-то сами приняли решение, стали партнерами, да, и дают информацию сами, их партнеры дают информацию, кому бы то ни было, кто есть в их окружении. Происходит какой-то товарооборот в глубине либо в первом поколении, и им идет начисление на бонусный инвестиционный счет в том же размере. То есть 15%, например, если вот вашей прямой рекомендации вам начисляется на бонусный счет, соответственно, половина этой суммы начисляется на акционный счет. Третья квалификация называется лидер. Здесь также три условия. Первое из них – сумма личных инвестиций ваших не меньше $200. Не менее 3 человек должно быть, которые повторили вас, то есть сделали инвестиции по $200 США. И суммарный товарооборот всей вашей структуры, первого поколения точнее, и ваш личный – не менее $2000 США. Когда это случается, соответственно, вы понимаете, да, то есть если вы даже строго следуете вот этой вот формуле, вы сделали 200, у вас есть 3 человека по 200, соответственно, в первом поколении должно быть какое-то количество людей, кто-то там на 15 купил, кто-то может быть больше. И суммарно все это составило цифру $2000. Как только это происходит, у вас добавляется еще один уровень глубины, шестой. Да? У вас уже 7% выплат идет со второго поколения, 5 с третьего, 3 с четвертого и 2 с пятого. Идет увеличение в глубину, с которой вам идут начисления, да? И увеличение процента с уровня глубины там, со второго по четвертый. Следующая квалификация – мастер. Как правило, мастер – человек, у которого уже есть структура, у которого есть команда действующая. Возможно, она даже работает не в одном регионе, может быть, даже не в одной стране. Для того, чтобы стать мастером, необходимо самому проинвестировать наш проект на сумму не менее $1000 США и в первом поколении иметь не меньше 3 лидеров, то есть не меньше 3 человек, которые выполнили вот эту вот квалификацию, о которой мы только что с вами разговаривали. Вот. Как только три условия выполняются, суммарный товарооборот первого поколения с вашей инвестицией достигает $5000 США, вы становитесь мастером. К тем процентам, которые вы получали на уровне лидер, добавляется на четвертом уровне, вы начинаете получать 4%, на пятом 3%, и добавляется еще 3 уровня глубины. С 7 по 9 уровень вам компания начисляет по половине процента, по полпроцента от товарооборота, который создают люди, структура, находящаяся на этих уровнях. От вас.
Вот вознаграждение, которое получает у нас мастер. Далее, квалификация эксперт, которая 2 месяца назад у нас была, скажем так, наивысшей ступенькой карьеры. Сегодня это предпоследняя, можно сказать, квалификация по карьерной лестнице. Стать экспертом вы сможете тогда, когда сумма вашей личной инвестиции будет не менее $5000 США. У нас большое количество людей, которые сделали такие инвестиции. Кто-то, скажем так, разовым платежом, кто-то по рассрочке набрал в итоге, да. Кто-то делал несколько платежей, более мелких, в итоге все это просуммировалось, и цифра получилась $5000. В вашем первом поколении должно быть не менее 2 мастеров. 2 мастера в первом поколении. И третий мастер может быть как в первом, так и в любом другом поколении. Важно, чтобы он не входил в структуру первых 2 мастеров. Суммарный товарооборот первого поколения и ваш личный должен достигать не менее $10000 США. Как только все это происходит, вы становитесь экспертом. С этого момента первое поколение вам начинает приносить 16%. То есть любой платеж в первом поколении, будь то по рассрочке, кто-то выплачивал, да, несколько месяцев подряд. Вот вчера еще это было 15%. Как вы стали экспертом, за каждый платеж в первом поколении начинает начислять 16% от созданного товарооборота. Со 2 по 9 уровень вознаграждение такое же, как и в квалификации мастер, но с 10 по 20 уровень у вас открывается еще 11 уровней в глубину. Вам будет начислять по 0,2% от товарооборота, который создает ваша структура и команда. Вознаграждение также начисляется в полном объеме, те проценты, которые вы видите на ваш бонусный счет, и половина его на акционы. Высшая ступенька карьеры маркетинг-плана компании Skyway Capital называется топ-эксперт. То есть вы станете топ-экспертом тогда, когда ваша личная инвестиция достигнет цифры $10000 США. Опять же, есть большое количество людей, которые такую инвестицию сделали. То есть сразу себе заложили фундамент на высшую ступеньку карьеры по маркетинг-плану. Минимум 3 эксперта должно быть в вашем первом поколении, в принципе, как на первых 4 квалификациях, точнее, второй, третий, четвертой квалификации. Как у консультанта, люди в первом поколении, да, привязка лидера и мастера. Вот. Суммарный товарооборот, созданный вами и вашими людьми в первом поколении, должен достигать цифры не менее $30000 США. Как только это все произойдет, вы станете топ-экспертом. Первое поколение, любые оплаты, приобретение пакетов людей, которые зарегистрируются по вашей реферальной ссылке, будет приносить вам 17% от товарооборота, который создается. Со 2 по 9 то же самое, что на квалификацию эксперт, с 10 по 20 тоже по 0,2%, и с 21 по 24 уровень глубины компания вам будет выплачивать 0,1% от создаваемого товарооборота вашей структуры и команды. Это маркетинг-план основной, как мы говорим, да, но у нас есть еще дополнение к маркетингу, которое было введено около 3 месяца назад. Оно в первую очередь касается людей, которые активно развивают бизнес в первом поколении. Хотя так нам первое поколение приносит, вы видите, да, от 15% до 17%. Есть еще возможность зарабатывать дополнительный бонус. Данная таблица отражает вот те слайды, которые мы с вами разобрали, от партнера до топ-эксперта, уровни в глубину, с которых вам начисляются проценты, да, и товарооборот, который вы делаете лично для того, чтобы расти в квалификации, и товарооборот первого поколения суммарно вместе с вами. Бонус, который выплачивает компания за активную работу в первом поколении, до 3% вы можете получать дополнительно. И выглядит все следующим образом. Если в течение 1 календарного месяца, там, с 1 минуты 1 числа по последнюю минуту последнего числа месяца, вы знаете, у нас в месяце бывает там 28, 30, либо 31 день, ну иногда 29 раз в 4 года. Итак, за первые 4 платежа, если вы находитесь в квалификации до мастера включительно, вам начисляется по 15% с любого купленного пакета. Да? То есть купили 1, 2, 3, 4 пакета. Как только покупается 5-й пакет в вашем первом поколении, за него вам начисляют уже не 15, а 16%. И 1% добавляется за товарооборот первых 4 пакетов. То есть люди, может, покупали там за $50, за 100, там еще за сколько-нибудь, да? За все 4 пакета, которые были куплены до 5-го, вам начисляется 1%. То есть получается картина, что за все 5 купленных пакетов вам начислили по 16%. Далее, месяц не закончился, продолжается, скажем так, осуществляться приобретение пакетов вашими партнерами первого поколения, будь то, кстати, новыми, будь то теми, кто платит в рассрочку, либо те, кто у вас были зарегистрированы давно и до сих пор не сделали платежа и сделают его сейчас. То есть начисляется 16%. Как только приобретается 10-й пакет в первом поколении, за него он начисляет 17%. И 1% за предыдущие 9. С
Структура продолжает строиться, месяц не закончился, там 12-й, 15-й, 17-й пакет, 19-й. Как только покупается 20-й, за 20-й пакет у вас начисляется 18% до квалификации мастер включительно, да? 19 это если вы эксперт, и 20 если вы топ-эксперт. И за все предыдущие 19 пакетов вам доначисляется 1%. То есть картина создается такая, что за 20 пакетов, если вы в квалификации мастер включительно, вам начисляется за каждый купленный пакет по 18%. Какие условия в этой акции, да, точнее в этом бонусе существуют? То есть все пакеты должны быть куплены в течение одного календарного месяца. Я думаю, вы это поняли, да? Один человек может купить и несколько пакетов, и каждая покупка этого человека в вашем первом поколении будет учтена для выплаты данного бонуса. Вот. Для выплаты бонуса учитываются пакеты, которые ваши партнеры могут покупать в рассрочку. То есть у нас есть большое количество партнеров, у которых в первом поколении каждый месяц люди покупают, оплачивают не меньше 20 человек свои рассрочки. То есть они получают 18% со всех оплат, которые делаются в течение месяца. Как я говорил, пакеты могут купить как новые люди, которые только зарегистрировались, так и те, которые были зарегистрированы давно. Либо они были зарегистрированы не так давно, уже что-то покупали, они могут купить что-то еще. Я думаю, вы со мной согласитесь. И вознаграждение также начисляется 100% вам на бонусный счет, и половина этого вознаграждения идет на акционный счет. На данном слайде есть пример. Вы видите, да, когда в вашем первом поколении условно все покупают на $50 США в течение одного календарного месяца. Вот. За первые 5 платежей вы получите $40, да? За вторые 5 платежей вам доначислится еще процент, вы получите суммарно еще 45. За следующие 10 вам будет начислено еще $95, суммарно это получится 180, да? И два шарика, там 21 пакет и пустой, всего их 22 здесь у нас нарисовано. За них еще 18 долларов. Суммарно это будет $198 США с товарооборота $1100 в вашем первом поколении. Вот такие деньги дополнительно вы можете, точнее не дополнительно, просто 3% вы можете получать к тем положенным 15%, которые у вас и так есть по маркетинг-плану. Хороший бонус, я считаю, да, то есть действительно руководство компании, лидеры создания партнерских структур, которые у нас активно работают с региональными структурами, посовещались и ввели этот дополнительный бонус, уже большое количество людей у нас зарабатывает дополнительные деньги. Преимущество либо условия маркетинг-плана следующее. То есть маркетинг-план накопительный, это очень важно. Да? Существует огромное количество партнерских программ, в которых каждый месяц людям выдвигаются определенные условия. То есть они должны сами делать какой-то товарооборот личный обязательно. Их структура должна делать какой-либо товарооборот. Да? То есть там минимальный он приведет к 1%, чуть больше к другим, соответственно, квалификации и так далее. То есть есть огромное количество компаний, их, наверное, процентов 80 от всех, что есть, да, где эти условия нужно выполнять ежемесячно. Вот. Соответственно, у нас все, что вы делаете, да, с первого дня сотрудничества с нашей компанией, вы купили какой-то пакет, потом купили себе что-то еще, оно приплюсовалось, партнеры первого поколения себе взяли один раз, потом второй, все это плюсуется, и все это идет в зачет этого маркетинг-плана. По сути дела, у вас односторонняя дорога вверх. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее это может получаться. Это зависит от активности построения бизнеса, это зависит, скажем так, от вашего авторитета, не побоюсь этого слова, да, по отношению к тем людям, которые вас окружают в повседневной жизни. Если он выше, если, скажем так, люди прислушиваются к вашему мнению, вам будет получаться немножко быстрее. Хитростей каких-то здесь особенно нет. И хитрить, в принципе, не надо. Я вам рекомендую, да, заниматься этим бизнесом не ради того, чтобы поскорее бы обобрать какое-то количество людей, лишь бы они заплатили деньги, и вы станете от этого счастливыми. Ну, во-первых, не станете счастливыми, поверьте, да. Во-вторых, здесь цель даже не столько, скажем так, быстро снять какое-то количество денег, а донести людям эту возможность, которая сегодня перед ними открывается. Вот. Вы в процессе работы, если будете делать все правильно, если будете доносить достоверную информацию, если не будете, скажем так, кривить душой, да, говорить все так, как есть, получите в дальнейшем и хороший доход в плане денег, и еще и моральное удовлетворение, то, что вы честно, спокойно и просто, скажем так, создавали этот бизнес и помогали другим его создавать. Как вы заметили, квалификационным у нас считается первый уровень. Вот это можно отнести к плюсу, к минусу, но какие условия у нас есть, такие есть. Я знаю, что в огромном количестве компаний существует так называемая компрессия, где люди, находящиеся у вас в глубине, могут влиять на вашу квалификацию. У нас ваша квалификация зависит от тех партнеров, кто находится в первом поколении. Поэтому если у вас в первом поколении будет 1000 человек, которые купят пакеты по $15, вы не вырастите в квалификации. Поэтому работайте с людьми. Если у вас будет какое-то количество инвесторов, даже купивших на большую там сумму, денег, да, пакет, ну, это хорошо.
Вот, они вас где-то подвинут квалификации дальше. Вот. Но тем не менее, для того, чтобы у вас создавался все-таки остаточный источник дохода, источник, точнее, остаточного дохода, извините, неправильно сказал фразу, но есть логика в том, чтобы развиваться самому и помогать развиваться людям, которые находятся в вашем первом поколении. Вывод денежных средств. То есть у нас бонусный счет, как я вам говорил. Как только на нем накопится сумма от $30 и более, вы можете оформить заявку на вывод. Условия роста квалификации вы уже поняли, да, то есть это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций партнеров первого поколения. У нас нет такого понятия, как потери структуры, либо обгоны, да, то есть у вас в первом поколении, во втором могут находиться люди в квалификации даже выше вас. Но это никак не будет влиять на то, что у вас где-то там ограничат выплаты процентов. Вы будете получать процент с товарооборота в соответствии с той квалификацией, в которой вы находитесь. Даже если у вас там 10 человек обгонят в вашей структуре квалификации, на вашем доходе в процентном соотношении это никак не скажется. Опять же, в большинстве компаний MLM бизнеса, если у вас кто-то догоняет квалификацию, у вас получается одинаковое вознаграждение, особенно, скажем так, это в ступенчатых маркетингах и так далее, вот, получается, что вы теряете доход. Он догнал вас квалификацию, у вас, например, прямое вознаграждение одинаковое, соответственно, там, если вы получали 15%, у него 15%, да, соответственно, вы получаете 0. Вот. Есть огромное количество компаний, где структура, которая вас догнала, лидер этот, да, забирается навсегда. Либо где выставляются дополнительные условия, в сжатые сроки вам нужно выполнить там какие-то условия для того, чтобы в дальнейшем могли вырасти, получать доход с этой структуры. У нас всего этого нет, и это очень важно. Далее, минимальная сумма инвестиций, которая может вам позволить зарабатывать большие деньги и стать крупным акционером нашей компании, $15 США. Как я вам говорил, даже при такой инвестиции, если вы активно развиваете сеть, если вы даете людям информацию, вам идут начисления на ваш акционный счет, эти деньги вы можете использовать для приобретения долей компании с акционного счета, тем самым растить, увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Это тоже очень важный момент, потому что большинство компаний MLM бизнеса, как я вам говорил, где-то нужно квалификацию ежемесячно удерживать, да, потому что невыполнение каких-либо условий влечет уменьшение процента и потерю тех барсиков, знаний, званий, звездочек на погонах. Да, они везде по-разному называются, там эти квалификации. Вот. И невыполнение каких-либо условий, где-то, скажем так, нужно делать обязательно, например, личную закупку. Где-то либо нужно делать обязательный товарооборот там со всей структуры, а где-то нужно делать одно и второе. Кстати, в повседневной жизни, я привожу на своих вебинарах примеры, да, нам тоже приходится подтверждать квалификацию. Если вы врач, педагог, если вы человек рабочей специальности, у вас есть разрядность, да, соответственно, вам периодически нужно подтверждать свой уровень как специалиста. Невыполнение предыдущего уровня, если он был более высокий, если вы скатываетесь вниз, сулит вам уменьшение выплаты денежных средств ежемесячно. То же самое происходит в большинстве компаний MLM бизнеса. У нас такого нет. Какое еще достоинство есть? Да? До 20% вы можете получать с первого поколения. Благодаря бонусу дополнительному, о котором мы с вами говорили, это очень серьезный процент. И вплоть до 24 уровня вы можете получать от 7 до 0,1%. Это тоже редко встретишь, скажем так, такие маркетинг-планы, которые позволяют получать процент с такой глубины. Никто вас не может ограничить количеством партнеров, которых вы можете пригласить следом за собой в первое поколение. Все определяется степенью разумности. Если среди тех людей, которых вы приглашаете за собой, будет сразу много активных, у вас может не хватить просто времени. Потом будет меньше хватать энергии, сил, вы можете устать. То есть нужно соизмерять свои усилия с теми возможностями, которые у вас есть, определиться, какое количество времени вы готовы, скажем так, инвестировать в развитие этого бизнеса. Вот. И не забывать о том, что помимо целей зарабатывания денег, помимо целей, которые вы хотите достичь, еще есть очень важная составляющая жизни, которая есть вокруг. Это, возможно, ваша семья, родные, близкие, дети, внуки, там, ну, кто у вас есть. Не забывайте, пожалуйста, о них. Да? То есть старайтесь этот бизнес развивать гармонично, тем более он достаточно демократичный. Вы можете сами выбирать время, в которое вы будете прилагать усилия. Да? То есть вечером, днем там, и так далее, либо утром, либо выходные дни, но далеко не все. Потому что, чтобы не было проблем, чтобы не возникало, скажем так, ситуации, что от вас будут отворачиваться родные, близкие, друзья и знакомые, если вы будете с головой в этом бизнесе и больше ни о чем не будете думать, иногда такое случается. Но, тем не менее, конечно, бизнесу нужно подходить серьезно. Вот, и будет здорово, если семья, которая у вас есть, если у вас есть родные и близкие, и они вас с первого дня поддержат. Но это не значит, что вы, опять же, должны полностью игнорировать своих родных и близких. Есть один пока человек, вот сразу хочу сказать, но это, в принципе, мое мнение, оно может быть неправильным, для которого реализация данной технологии, по сути, это дело его жизни. Да? Это вот идея, это
все, что создано Анатолием Эдуардовичем Леницким. Вот. По отношению ко всем к нам, это инструмент, который нам может позволить достичь в своей жизни чего-то большого, благодаря уже созданной идее, да, в том формате, который придумал Анатолий Эдуардович Леницкий и его ближайшие соратники. Но для вас это по большому счету инструмент. Хотя, конечно, с душой нужно к этому относиться. Я знаю огромное количество людей, влюбленных в технологию, верят в нее всей душой, да, верят Леницкому, самозабвенно, скажем так, дают информацию окружению. Вот. Но опять же, важно без перебора, без фанатизма лишнего, да, то есть не с круглыми такими глазами передвигаться по планете, да, и всех, кто вам отказывает считать ненормальными и прочее, да. Нет, жизнь показывает следующее, что вам могут не поверить сейчас. Иногда нормальные люди, с которыми вы сохраняете нормальные взаимоотношения, могут задать вопрос, ну как там развивается у вас, и что, и как. И вы можете немножко с эмоцией рассказать, да, ты знаешь, многое изменилось уже, вот это, вот это, вот это сделано. Они могут принять решение потом. А если вы сразу, скажем так, попытаетесь их штурмануть, вот, и сказать им, ну, ты что, дебил, не понимаешь, да, насколько это прибыльно и так далее, вы можете человека потерять навсегда. Причем навсегда как инвестора, навсегда как друга, например, по жизни, да, вот. Бонусное вознаграждение, как я говорил, одновременно начисляется вам на бонусный счет и на акционный счет. Это тоже очень важно. Да? До недавнего времени это были, скажем так, одинаковые деньги. Но, как говорил Анатолий Эдуардович Леницкий в начале развития нашего проекта, что бесконечно дарить акции просто так, конечно, не будут. Тем, кто поверил и тем, кто строил партнерскую программу с самых первых дней, они были вознаграждены, потому что они получали 100% вознаграждения на бонусный и на акционный счет. Сейчас на акцион идет половина тех денег, которые начисляются на бонусный. Ну, наверное, еще два важных преимущества, отличия нашего маркетинг-плана, да. Где-то года 3-4 назад в мире MLM-бизнеса появились там, ну, единичные компании, которые гордо заявляли, что у них маркетинг-план мгновенных выплат. Так вот, маркетинг компании Skyway Capital тоже можно отнести к этому разряду, потому что вы строите свой бизнес, вы выполняете условия квалификации и, в принципе, буквально там в считанные минуты вам начинают идти начисления по квалификации, которая выполнены вами. То есть вы поднялись на следующую ступеньку, соответственно, вы начинаете получать проценты по той квалификации, которая выше по отношению к тому, чем вы были минуту там, или 10 минут назад. Соответственно, и квалификация вам присваивается практически сразу. В большинстве компаний MLM-бизнеса подобное происходит либо, скажем так, по истечении недели, вот даже в понедельник вы можете выполнить условия, вам в конце недели только будет начислено, скажем так, и вознаграждение раз, да, которое вы можете снять. Вот. И квалификация может присвоена. А в еще большем количестве компаний это, как правило, происходит раз в месяц. То есть вы 1, либо 2, либо 5 числа выполнены условия следующей квалификации, но она вам не будет присвоена. Соответственно, вознаграждение за месяц целой работы созданного товарооборота вы получите по той квалификации, в которой вы были до того. И только, скажем, по окончанию месяца посмотрите, что вы достигли следующего уровня, и, соответственно, в следующем месяце вы будете получать уже больший процент, чем у вас был. У нас такого нет, у нас все происходит сразу. Это тоже большой плюс. По большому счету, информация по маркетинг-плану, наверное, вот та, которую я хотел донести. Старался говорить понятно. Кстати, поправьте меня, если что-то я донес не совсем внятно, может быть, не совсем понятно, и, возможно, у вас остались какие-то вопросы. А я на них сейчас постараюсь ответить. Если человек зарегистрировался, получил 100 подарочных акций, больше не инвестирует, не приглашает никого. Подарочные акции сохраняются и не аннулируют через какое-то время. Вы знаете, насколько я владею информацией, подарочные акции не аннулируются. И, в принципе, человек, получив эти подарочные акции, он может их сразу оформить. То есть ему будет оформлен сертификат на 100 подарочных акций. Я знаю, одно время предлагалось принять решение, что у человека эти подарочные акции висят там какое-то количество месяцев, да, до момента, пока он не купит какой-либо из пакетов долей компании Skyway Capital. Но насколько я владею информацией, так это и не было применено. Возможно, это будет в ближайшее время, да, потому что, в принципе, наверное, есть логика, да, потому что мы дарим как бы 100 акций в подарок, если вы сделаете какой-то шаг. И вот этим шагом будет являться приобретение какого-либо пакета долей компании Skyway Capital. Вот. Оформляется это просто, если вы выбираете какой-либо из пакетов, то эти 100 подарочных акций просто плюсуются к тому пакету, и у вас оформляется один сертификат. То есть купили вы пакет, в котором там 20 тысяч акций, да, оформляете его, к нему еще 100 акций будет добавлено. Вот таким вот образом. Какие еще вопросы есть, коллеги? Как приглашать людей? Вы знаете, вот сегодня, через 20 минут,
Григорий Мирошниченко в нашей комнате вебинарной будет рассказывать о том, как создавать бизнес, да, по партнерской программе, то есть как приглашать, вот, какие методы использовать. Есть, опять же, возможность развития данного бизнеса в сети интернет. Есть специальные сервисы, которые позволяют это делать, какие-то платные, какие-то бесплатные. Как правило, лидеры, которые развивают наш бизнес, обучают этим методам. Вот. Есть свои, скажем так, шаги простые, которые вы можете предпринимать по отношению к тем людям, которые есть вокруг вас. Ну, есть, наверное, незыблемые правила MLM-бизнеса. Если им следовать, значит, будет все немножко проще происходить. То есть, по большому счету, информацию до вашего ближайшего окружения лучше бы, чтобы доносило третье лицо. Вот. Третьим лицом может быть человек, который проводит подобные мероприятия. Третьим лицом может быть человек, который в вашем городе проводит живые мероприятия, презентации, да, которые у вас проходят. И человеком, который доносит информацию третьим лицом, может быть ваш наставник. То есть он находится в вашем регионе, и он вам, скажем так, все это рассказал, зарегистрировал. Соответственно, лучше, чтобы он вам помогал доносить информацию. Вот. До родных и близких, так это в первую очередь. Да? Вот мы иногда одухотворяемся и считаем, что елки-палки, мы же поняли. Вот. И родные, близкие, наверное, они так хотят денег, они так хотят быть инвесторами, они так хотят в будущем, наверное, иметь там что-то, при этом не прилагать тяжелых физических усилий, они, наверное, меня должны понять. Но если мы сами начинаем эту информацию доносить, в большинстве случаев мы натыкаемся на стену недопонимания, иногда на открытые, скажем так, словесные зуботычины либо удары под дых со словами «ты куда лезешь?», «ты кто такой?», «ты там врач?», «ты там столяр?», «ты там, я не знаю, вагоновожатый в трамвае?», хочешь рассказать о том, что какие-то инвестиции и так далее. Поэтому вот эти правила, по большому счету, о них рассказывают все гуру MLM бизнеса, неважно, в какой компании вы бы не были, да, то, что информацию до своего окружения лучше донести при помощи кого-то. Вы можете дать людям какие-то ролики, да, если вы работаете там через интернет, но, наверное, одно из важных вещей, на которые тоже нужно обратить внимание, одна из важных вещей, да. Люди, которые вас окружают, имеют какой-то набор вопросов, которые надо решить, либо проблем. Как правило, если вы достаточно открытый человек, если вы с ними до этого момента общались нормально, то, в принципе, при встрече с этими людьми, при очередном общении, да, услышав что-то, что им надо решить, вы можете предложить решение этого вопроса. И абсолютно не обязательно на этой встрече, когда вот человек вам открыл душу и сказал, ты знаешь, я подумал, нужны деньги, там нужно отремонтировать четвертую комнату в моей квартире и так далее, так далее. Хватило только на три. Вот. Вы это услышали и при расставании сказали, ты знаешь, вот есть, я знаю одну возможность, которая может тебе помочь сделать ремонт в четвертой комнате. А что, а как? Давай в следующий раз там или как-то встретимся, созвонимся, я тебе там кратко расскажу. И вот вы делаете созвон и приглашаете его либо в интернет, либо на живую встречу, либо на встречу с человеком, который помогает вам развивать бизнес. Вот. Это, наверное, один из лучших способов. Не в плане того, что вы должны стоять и пытать человека, искать у него, скажем так, болевую точку, либо волшебную кнопку. Помните, как в фильме про электроника, да? Ой, ты нашел, где у него кнопка. Хотя есть действительно огромное количество тренингов сейчас, там, гуру, которые учат, как правильно задавать вопросы, да, для того, чтобы, скажем так, ввести человека в нужное русло и в итоге продать ему то, что вы хотите ему продать. Ну, я, наверное, себя к таким людям не отношу, я не могу считать себя там специалистом по продажам. Вот донести информацию, если человеку интересно, да, вот рассказать в том русле, насколько ему интересно, я могу. А вот заставить его купить то, что он считает, что ему не нужно, у меня, в принципе, честно скажу, никогда в жизни так не получалось. Вы знаете, когда вы оформляете пакет, да, вот. Вы оплачиваете живыми деньгами, наверное, наиболее просто оплатить пакет с подарочными акциями купить, когда вы списываете деньги, например, с основного счета и с подарочного можете поставить там 100 акций, они приплюсуются. Вот таким вот образом. Потому что, насколько я знаю, раньше это все списывалось автоматом. У меня были эти 100 подарочных акций, то есть они списались вместе с первым пакетом, который я приобрел. Вы можете сейчас их оформить, потому что, в принципе, просто зайти, да, нажать «Оформить пакет», вот, выбрать подарочные эти 100 штук, которые в пакетах писать, и нажать «Оформить сертификат». У вас будет отдельный сертификат на 100 подарочных акций. Вот и все. Они просто спишутся с вашего счета, и все. Какие еще есть вопросы, коллеги? Как я вам говорил, в принципе, информация, ну, достаточно простая. Разобраться в этом маркетинг-плане, я считаю, может абсолютно любой человек, даже незнакомый
с миром MLM бизнеса. Вот. По поводу дивидендов, ну что я могу сказать? Если вы не были на вебинаре, который проводил Виктор Бабурин, смотрите, дивиденды могут быть с прибыли, которую будет зарабатывать компания. Мы сейчас строим экотехнопарк, да, строим демонстрационный участок с целью показать возможности транспорта, его сертифицировать и потом перейти к строительству дорог в целом ряде регионов. Да? И вот только когда эти дороги будут приносить прибыль, тогда можно говорить о дивидендах. Я так считаю. Ну, вы знаете, вероятности, скажем так, развития нашего бизнеса, их много разных. Поэтому сказать вам точно, как будут происходить выплаты дивидендов, как это отслеживать, я сейчас не могу. Знаю, что сервис будет прописан, и вы сможете это легко отследить. Вы знаете, даты проведения выставки в Берлине, они известны, с 20 по 23 число, в сентябре. Вы можете зайти в интернет, набрать, скажем так, в поисковике «Иннотранс 2016», у вас высветится сайт, вы можете на него зайти, перевести, и там будет информация, и как купить билеты и так далее. Напомню одно, да, для тех, кто купит пакеты на транс в личном кабинете партнеров наших, те смогут, те получат билет в подарок. Но, опять же, просьба такая, чтобы у вас был реальный электронный адрес, потому что билет, там информация сначала будет уточняться по вашему электронному адресу, телефону, на вас выйдут менеджеры нашей компании. Вот как это будет проделано там вот, на 100% я вам сейчас сказать не могу, но тем, кто купит пакеты «Иннотранс», тем билеты будут даваться в подарок. По поводу изменения интерфейса бэк-офиса, да, он будет меняться по мере развития компании, вы понимаете, ничего не стоит на месте. И я знаю, что интерфейс личного кабинета, он будет в ближайшее время изменен, то есть у нас личный кабинет будет усовершенствован. Так, сейчас я смотрю, еще есть вопрос. Так, меня найти в скайпе. Вот. Надо ли меня в скайпе искать? Так, еще какие есть вопросы, уважаемые, по поводу сегодняшней информации? Да, конечно. Вы можете оформить следующую рассрочку, которая будет, скажем так, по тем дисконтам, которые будут на тот момент в нашем личном кабинете. Если вы оформляли рассрочку с дисконтом 600 до то ли до 25, то ли до 7 декабря, что ли, включительно 2015 года, то у вас будет возможность продлить еще эту рассрочку с дисконтом 600. Таким вот образом. Вы знаете, у нас есть возможность оформления вот пакетов в ближайшее время может появиться на детей, там студентов. Это к вопросу, можно ли дарить пакет сейчас. Если вы купили пакет, он привязан к личному кабинету, к вашему, подарить вы его сможете только, скажем так, с момента выхода нашей компании на работу с акциями, да? Потому что вторичного рынка сейчас нет. Это все сделано для того, чтобы не устраивать бардака. Вы знаете, да, есть люди, которые потратили деньги, деньги потом думают, а не проиграю ли я, может быть, перепродать кому-то и так далее, и так далее. И так у нас с людьми, когда мы работаем, возникает куча сложностей, они, скажем, простые действия при помощи компьютера сделать не могут. Никого не хочу обидеть, но тем не менее, там надо и договор подписать, там и правильно анкету заполнить и так далее. А если мы еще перепродавать эти акции начнем, представляете, какой будет бардак? Вот чтобы всего этого не было, вторичного рынка до момента, скажем так, котировки этих акций, вторичного рынка не будет. Следите за новостями по поводу там дарить пакет, на кого оформить и так далее. В ближайшее время будет интересная информация, которая будет касаться возможности инвестирования, скажем так, оформления пакетов на других людей и так далее. Итак, друзья, если в принципе, смотрите, если что-то случится, то наступает, как бы, есть такое понятие, как наследственное право, да? То есть, соответственно, с законами той страны, в которой вы живете, эти пакеты просто акции будут переоформлены на ваших прямых наследников. Вот и все. То есть, которые там есть наследники первой очереди, второй и так далее, и так далее. Все будет сделано по закону. Что касается оформить на ребенка, давайте не будем опережать время. В момент, скажем так, появления информации вы ее получите. Как, что можно будет сделать и так далее. Если больше вопросов нет, коллеги, тогда я, наверное, откланяюсь. Благодарю вас за то, что были сегодня.
на нашем вебинаре. Завтра у нас 17 часов обзор личного кабинета, поэтому если в вашем окружении есть какое-то количество партнеров, которые не плавают как рыба в воде, да, в личном кабинете, приглашайте их на этот вебинар. Сегодня, вот буквально через 12 минут, вебинар Григория Мирошниченко. О способах и методах создания, построения бизнеса по партнерской программе вы можете задавать вопросы вот, этому успешному человеку. Поэтому все в ваших руках. Я же на этом заканчиваю вебинар.